Он 20-й левел. Ну, двери, помнишь, были 20-го левела? Лол. По физике все. Пошли наверх, пока мы рядом. А, это камни все валятся. Звездная пыль не нужна. По физике ничего, все это там. Давай наверх. Угу. Пошли наверх туда. Зачем? А, подгорел. О. А, отлично. Ой, я не вижу. Это говно, а не совет. Ой, блин, сейчас, подожди, читаю это. Надо прочесть его дневничок. Рабочий дневник импа. Страж номер КЗ-1570... Два. Вчера вышел из строя. Отправить Миксикса. Миксикс. Починить. Коридор гробницы короля Борея оборудован гипербореей. Новой системой безопасности ворота наглухо закроется перед любым нарушителем. На всякий случай коридор снизит аварийный выключатель. Бла-бла. Мне очень интересно. Так, сейчас подожди, там занимательные жидкости. Ничего не выучили. Ну что ты ешь опять? Убью тебя. Тоже водю. Все, молчать. Ой, подожди, там листочек какой-то лежал. Блин. И что это было? Ой, самое новое. Пыльный пергамент. Тебе удалось добраться до третьей сестрички, да? Третьей из четырех. Что-то тебе слишком везет, а? Не могу поверить, что кто-то способен найти трех сестер за один маленький поход. Скажи-ка мне... Ты следишь за мной, впрочем, неважно, отгадай загадку, если сумеешь. Я ноги вдовы, я ее блестящие глаза, и времена года, которые она прожила за двухлетнее одиночество. Что это за цифра? 4. 2. Почему? Ну, смотри. Я ноги вдовы, я ее блестящие глаза, я времена года, которые она прожила за двухлетнее одиночество. Что это за цифра? Может быть, 2, 2, 4. Типа, в ноги вдовы, у нее же 2. А может, она паук? Смотри, черная вдова. Тогда у нее 8 ног, 8 глаз. Времена года, которые она прожила за двухлетнее одиночество, 8. Вообще-то 8 ног. Какие 4? 2 с одной, 2 с другой? Блин, 4. 4 только у человека-паука. Нет, пауки это не насекомые, у них 8 ног. Блин, ну ты вообще в анатомию не можешь. Ой, все. Как и скорпионы, тоже не насекомые. И пауки. Короче, 8 это цифра. Я угадала. Да, но он же сказал, угадай. Чем ты слушаешь меня? О, боже, не хочу туда идти. А у меня есть ускорение.
как это дерьмо теперь заюзать? Ну и откройся, говно. Ладно, пойдем сюда. А, ну мы везде были. Это была просто бумажка, на которой было написано. Ну вот, стой там. Не уходи никуда. Так, твои стрелы. Амулетик. Если не нажму, сиди там. Вау! Смотри, роботы! Только это роботы эти, джахиды. Да, слышь. Ой, смотри, он лапой машет. Такой, типа, привет мне прям в камеру. Я тебя скину. Ага, ну она как бы не машет, ну как бы, в смысле, она чешется, но это выглядит реально, когда она поворачивается ко мне в камеру и машет. Так, привет! О, жесть, вообще. Блин, прям... Бабахнут, потому что на них же прилеплен динамит. Маслом, да. Надо сейчас посмотреть. Чё там с ними? Иди, ну-ка, сандали. Мне кажется, это, ну, я тоже, кстати, об этом думала, но нет, это, то есть, как сказать, ну, в принципе, если в реале, то это все быстро, в темпе нет таких вот этих вот затупов. Ну, я... Да, да, типа того. Свалю сюда. Вот, ну, то есть, как бы, да, без паузы, да, то, что он, допустим, отошел и стоит, тупит. А следующий, допустим, там ходит крыс, и он там на него напрыгивает. Ну, то есть, я не знаю, в реале это было бы там как-то, ну, гармоничнее, не знаю. Или нет, без понятия. Ну-ка. Так, как бы мне так сделать? Если сделаю вот так. Отлично. Да я думаю, либо круговой, но круговой на круговой, по-моему. А, ну да, смотри. Отлично. Всех зацепило. Ой, они так классно говорят. Так пищат прикольно. Лапочки. Смотри, убегает. Тенденс. О, взорвался. Да, взорвется.
Так за спиной к нему не зайду. Ты, ладно, сейчас попробую чем-нибудь его. Пойдем наверх. Что сундук? Что сундук? Он пустой. Да? Ну ладно. Я просто вроде туда все забирала. А, я тебе стрелы отдала и не забрала остальное. Ты меня отвлек своим дебильным рычагом. Так, рабочий дневник импа. Что говорит? Он говорит, что посещение личного колодца желаний короля Борея... Диарея. Осуществляется только по предварительной записи. Безопасный проход гарантируется организованным группам численностью не менее 2 разумных существ. Рядом с колодцем выставлена древняя реликвия, именуемая талисманом Королевской гвардии, в связи с чем приняты дополнительные меры безопасности. Контейнер с реликвией невозможно открыть в одиночку, что существенно снижает риск кражи. Сейф. Синежопник там. Сюндук! Дерьмо, одна. Удалось добраться, ты здесь. Это что такое? Белые грибы. Как я люблю грибы. Да, нам туда наверх. А, нет, да. Ну смотри, тут, короче, закрыто. Что значит скопни? Ты сам не можешь? А тебе лопата автоматически передастся. Блин, сейчас бомбанет. Вот от этой, наверное, фиговина. Ого, куры. Петушки! Петушки. Заводные петушки. Звучит жутковато. А, это он там кукует? Смешно. Мне папа рассказывал, у него брат еще в детстве. Типа у них были, она типа муж сказала. Короче, такая игрушка, тоже типа курица такая железная, савнеповская. А у нее ножки аккуратно в розетку вставали. И он маленький был, короче, в розетку засунул эту железную куру. Вот. Да, наверное, беда потом произошла адская. Он так прикольно кукует. Так не с папой, а с его братом. Мой папа поумнее, наверное, чем брат. Так. Ну как, кстати, посмотреть? Ой-ой-ой, что-то какие-то... Воздух минус 100, огонь 100, вода 20, воздух минус 100, земля 20, яд 100, колющий 25, дробящий минус 25. Блин, мне как раз бы поменять бы на дробящую.
Оружку. А, это рубящую, мне не дробящую. Да, отстой. А, от колющего у них там. А, точно. Окей. Ну и что? Нет, будет. Ой, как он бедненький подскочил, ты видел? Сейчас я ему под зад. Может, петушок ему понравится. Фига. Господи, зачем он так орёт? Как его зовут? Механа Петушок. А чё ты не горишь, если ты стоишь на обгорелой земле? Читер. Это коллекция голосов. Так, сейф. И... Тут как бы заткнуть бы вот эту штуковину. А, интересно, я так пройду? Сейчас попробую. Что заткнуло? Нет, они и так исчезают. Чё? Ай! Ой, нет, мне повезло. Блин, звездная пыль осталась. Вон там, возле сундука. Нет, сходи, забери. Это Альмина подыхающая. Не, давай ты. Нет, я. Нет, ты давай. Мне надоело читать. Я устала. Blessed stars, you've arrived. You must find her. Free her. The elements, they... There is a sinister power pulling these elements out of balance. Almina, my name. Apprentice to the Guardian. Мой стоматолог. Моего стоматолога зовут Альбина. And now it seems her... А, дура она, значит. Came to her that I may learn from her, learn to heal. But dark fiends invaded her sanctuary. She sensed they'd come, sensed the danger that hunted her, but knew that to flee would only prolong the chase and cast more innocent. They took her here, to this strange and terrible place. Deep, she is a protector of the weak. Champion of the downtrodden, the keeper of Lucullo Forest, its guardian from that surprised even me. I can only move my energy through through organic matter, and I doubted I could reach those flames. But the sentinels, of course, anything that may assist you. She must be restored, must be delivered from this place. Whatever, whatever lies you have heard, the Guardian herself will write them. She is no more capable of murder than frost of warmth.
She'd sooner... destroy. A woman such as she makes many enemies. She who creates will always be pursued by those who wish to destroy. What these particular despoilers had in mind, I know not. But I do know that they meant no good to come to her. That I know not. They hauled her away and out of my sight before I could get my bearings in this awful place. Do you not feel it? The storm, a strange dimension indeed, unfamiliar to me until now. The Rift Runner who brought the White Witch here called it Hibernheim, but I've never heard mention of it before now. But the elements here, they rattle in their imbalance. I can hardly see straight. My mind, my very soul, finds no peace here. Пусть хоть мой этот персонаж поест. Мне надо открыть скрытные эти. Да я хоть кого-нибудь накормлю. Fairy is a realm of all elements. Earth, fire, water, air. When one becomes overgrown, or the others become weakened, chaos ensues. Something must have disturbed the balance of power between the... Please! You must find the White Witch. Whatever she may stand to tell her. Tell her I'm sorry. And that Ulm... Так, стой, подожди, стой на месте, ничего не делай. Сейчас, подожди. Тебе надо зелье лечения? Ладно, тебе хватит, обойдешься. Так, сейчас. Подожди. Молодец. Магу? На. Давись. Блин, у Мадоры перевес. Это все твоя сраная руда, потому что эта руда, одна штучка, занимает сотку. Жопа, пробую. Не буду это дерьмо таскать. Ну так переплавь, где ты тут увидишь печь. По пению своей Мадора переплавит. Ну просто у меня Мадора перевес, сотка весит эта руда. На. Так, нам надо идти сюда. Ой, там что-то такое происходит. Что это? А, это ловушка.
Временное оживление, что-то там, бла-бла. Но мы тут не пройдем, тут, видишь, ловушка. Откуда-то. Я не знаю даже, что тут сделать. Уровень 5. Ну да. Думаешь? А мы уже нигде не можем походить. Тоже не помню. Как-то нас так протонуло. Думаешь, хорошая идея? Давай. Нет, меня. Ты это видел? Мадора, вообще. У меня нет слов. Как это-то? Эй! Короче, пошли, мадам. Ну, блин. Дерьмо. Ну, я же там. This one seeks more than one target. Emergency sentinel duty engaged. I think I know the chorus of this one. Зачем так сделал? Интересно, сразу две смогу? А нет. Пойду-ка я отсюда.
Да. Какая козлина это сделала? Я не знаю, на ловушку, походу, ты наступил. Там ловушка. Careful, I've spotted a trap. Да, да. Подожди. Это огненные шибани. А там ничего нет наверху. Стой тут. Кто? Чё шевелится? Не вижу. Ёлки. Ау. Протонись ко мне. Он сказал, что без огня он замерзнет. Мой перс, что у нас обморожение будет. А если я атакую арху? Не, лучше так не делать. Это арху? Дай поторгую. Кыш, кыш, кыш. To advance, ready to defend. What can I do for you, comp?
Но... Что поделать? Такой нынче ведьмак. Я продам вообще всякое барахло ненужное, лишнее, чтобы хоть чуть-чуть места освободить. Так. Надо, короче, двигаться по кострам. Ну, вообще-то он говорил. А, я полистала так. Ну, что-то сказал там, ля-ля-ля. Ой-ой-ой, на нас напали. Давай, иди сюда быстрее. Мама, почитаешь. Блин, охлаждение. Минус 0,44 перемещения. Почему тепло не дает плюс 0,5 перемещения? Там оленя кушает. Чё я? Интересно, а да. Они оппортунисты? Я тоже. А, да, оппортунист, вижу, он уже нацелил на меня свой. Катись сюда. А, ну ладно. Хотя послепни. Тупой. А я за мадорку спрячусь. А-ля-ля. Да, пусть подойдут и Мадора им всем покажет. Нет, своих длинный клинок. Ну, это Мадора. О, двоих это перевернуло вообще. Танчик. Кто этот? Ник? Он разве умеет вообще? У него разве есть функция крита?
Это что, такое зомби? Прибей там дохлого, который ближе ко мне, маленький. Ближе к вору. Внизу маленький стоит. Вообще-то да. Алиса, зачем ты так делаешь? Ну, сейчас не только оглушение. Хорошо. Нифига я могу за 0 УД пройти на 5 метров. Так, куда я пойду? Обратно, что ли? Хвост поджал. Смотри, они все хвосты поджали. Блин, как бы пинуло бы. Чтоб летел бы. Я вижу животных. Дайте мне уже Мадорой поиграть. Переохлаждение у него. Книжку. Еще один раз кританул. Avengers Assemble! Блин. Джига, джига. Ой, призрак белого оленя, смотри. Олень смотрит на вас пронзительным взглядом, проникающим в самые глубины души. Тендер с ним потрендить, он, я не умею говорить по олене. I cannot grudge my carnivorous neighbors, but the beasts here have grown more savage. Iberheim was once a mighty and ordered kingdom, but the elements are in disarray. Ice has overcome all,
and the spirits of the realm of Faerie are in turmoil. Farewell, guardians. Латверия. Что говоришь, кого? Какую страну? Доктор Дум... А, страну, лол. А, этот, да, я поняла. А, сейчас, подожди, подожди, скажу тебе. Там еще эти ледяные великаны жили. Как же его... Забыла, не помню, вот хоть убей его. Я помню, где жил этот дебильный Тор в... Тоже забыла. Блин, этот... Я не помню, я слишком не люблю Тора, чтобы мне запоминать, где жил он со своим вонючим братом. Ну, короче, я поняла, что ты пытаешься мне сказать, смотри, как пули вокруг летают. Ой, со мной говорит снеговик, в которого я превращалась. Отойди, склизкая тварь, ты смеешь сомневаться в нашем правосудии? Этот преступник осужден, приговорен высоким судом Хиберхайма. За что осужден до заключения? За экстремизм, конечно. Его так называемая акция неповиновения привела к двум жестоким смертям, а они называют это неизбежной ценой прогресса. Я не могу поторговать? Думаю, он мне бы снега только наторговал. А Рокко... Ты слышал от родителей голос? А Рокко вбил себе в голову... А? Что элементали земли в Хиберхайме должны иметь равные права с нами, с ледяными... ледяным населением. Он потребовал, чтобы зеленым и рыхлым злодеям давали такие же сроки, как элементалям льда. Полный идиотизм. Король, естественно, не пожелал выслушать подобный бред, так как этот психопат, знак протеста, вломился в тюрьму и выпустил троих особо опасных преступников, разумеется, даже элементаль земли. А кончилось это тем, что один из них убил невинного ледяного малыша, а второго разнесла в щебенку разъяренная толпа. Скажи мне, о помпезный бурдюк с кровью. Он бедный трясется от холода, ему насрать, что там снеговик с морковкой говорит. Разве такой сеятель смерти и раздоров заслуживает свободы? Сейф. Так, вот что я собираюсь сделать. Дальше. Политика затмила ему здравствуй, пусть он за это заплатит. Тюрьма не самое подходящее место для поборника справедливости. Какая... Да тут нам какой-нибудь сраный дома. То, что нам не надо. Отступничество. А нам что надо? Да, он говорит, подумай только, какая-то мартышка хочет отменить пожизненный срок. Мы тебе руки узлом завяжем, если эта грязь окажется на свободе. А нам нужна праведность, да? Да, я посмотрю, что мне там надо. А, да, нам нужна праведность. Типа биться будем и опыт получим. А давай получим праведность и будем избивать их. Хотя нет, давай лучше так сделаем, как вот сейчас. Плевать. Надо было лучше здесь костерчик развести, видишь? Мне не нравится вот это вот минус 44. И сопротивление в воде у нас упало. И сейчас начнут, блин, замораживать. Вон костер надо зажечь было внизу. Давай-ка... Ну ладно, плевать. А это сделай пол горящим здесь. А, ты не сделаешь. Максимум растопишь. Ну, в них надо огоньком. Я не знаю.
Ну, по логике, да. Они же снеговики. Как бы логично, наверное. Я не знаю, я не читала. А, видишь, 504. Ну, это было логично. Мне кажется, было бы смешно, если бы у них какой-нибудь иммунитет был от огня или еще что-нибудь. Ну, как они будут гореть? А вон же горит один. Я же тебе говорю, горит. Так, Мадора. Угу, минус 200 огонь, 200 вода. Так, Мадори еще сейчас их. Зацепит, да, зацепит все. Третий еще. Как что, я хожу, да? Рожа такая страшная, без морковки у них. Suppose just because I risk life and limb for my people,
doesn't mean I'll do the same for yours. Нет, почему читать? Просто я не очень поняла, что мне надо. Големи где-то там из глаза торчат. Какая-то хрень, и туда надо. This then? To what do we owe the visitation of such an interesting intruder? Please, I... Slay that worm! Смотрел, что он там.
coming, Spider! Ослик, сослик, палка, на-на-на-на-на-на. Морковка лежит. Так, Дора, блин. Так, Мадора может посмотреть. У них огонь 10, вода 20, воздух 20, яд 10. Дуэлянт. Ассасин, что ли? Ну-ка, давай уроним Фабрицию. Падай, Фабриция. Так, и... Ага, на тебя. Паукан! Чё может паука? Ну-ка, Депс. Красавица. Так, чё ты можешь, паукан? Может атаковать стул. Отравляет жертву и добавок наносит 48 колющего урона, 100% ослабления. Что это стрёмный паукан. Давай, Инес. Пока далеко ходит паукан. Если я ассасина буду атаковать, мне не нравится. Пролез. Так, сколько? 4. Сейчас он его там насиловал. Козлина. Подойди мне тут. Угу. Кого меня? Вора заденет? Почему? Да, уже лёд. Ты можешь вот по тем чувакам, видишь, в крови стоят трое. И как раз вот двое стоят, и от него идет, да, вот их вот, которые возле паукана. Вот первого лучника, и потом по цепочке, может, передастся. Ну, типа так. Ну, они двое оглушены. Ой, паукан оглушился. Мой паукан. Ой, да, точно сандалики. Так.
Не туда! Нет, она не может, она сейчас это тоже сядет. Максимум нет, в принципе, я могу сделать вот так. И все, больше мне двигаться нельзя. Да, у него ну, этот, далеко она. У меня тепло? Нет, потому что, видишь, костер рядом. А, это я. Где горит-то? Ниже Мадоры? Это... Какая-то параша. Я не знаю, что это. Наверное. Так, чё-то... Так, читопсина. Непорочный дуэлянт. А, блин, это я хожу. Часто выбивает меня. Avengers Assemble! Не могу это не сказать. Блин, сейчас как упаду. Дура.
уже ты все забрал? Чего ты не падаешь, кстати? Чего ты все забрал? Слышь? Она была моя. Мне нужна была эта склянка. Надо. Надо. Нет, да, обратно не отдам. Дождешься. Нет, куда я вышла? Что по времени у нас?